козерог по гороскопу. Упорство – линия моя. Судовный вокал, добро выученные верши, оригинальные визитные картки. У Добрской гимназии номер 2, где отбылся кастинг, было не сумно. 11 удельников постарались уразить журы. Это все-таки телевизионный конкурс, поэтому здесь нужна и картинка, и, в общем-то, совокупность, что ли, пунктов. Головная мета – увайсти у лик пераможцев конкурсу «Мара» вести программу на телебачанне. С гэтым на кастинг приходят амаль усе дети. Адрозніваюць один от одного только якостью подрыхтовки и разностайностью талентов. Ну, это как бы мечта с детства. Я всегда мечтал работать на телевидении. А я хочу, наверное, вести передачу какую-то про свой возраст, чтобы делиться проблемами, обсуждать их и какие-то находить решения. Не знаю, мне это с рождения очень нравится. Я люблю сниматься на камерах, люблю ездить по разным конкурсам. И это мне очень-очень нравится. У советском районе областного центра наогул был поставлен рекорд по колькости конкурсантов. 26 талиновитых ребят выказали жадание поудельничать у кастингу и скористать шанс стать телезоркой. Вдохновила меня программа «Орел и Решка». Это моя мечта – быть ведущей этой данной программы. Вот именно поэтому, наверное. А также я люблю публику и люблю выступать на сцене, поэтому почему нет? Самое главное – не теряться и отвечать правильно на вопросы. Почему ты хочешь стать телезоркой? Потому что мне вот нравится, как они работают на камеру. Их везде практически известно. Ну и потому что их показывают по телевизору. Региональный проект «Юная телезорка» – это шанс отримать опыт публичного выступления и работы у эфира телебачения. По выниках трех основных этапов конкурса будут вызначены лепшие ведущие у двух взрослых категориях. Хлопчики и девчонки от 10 до 12 и от 13 до 15 годов. А главный приз – контракт на ведение дитячей программы. Удельники кастинга у советском районе Гомеля своим жаданием и яскравыми выступлениями подтвердили, что яны гэтага достойны. Здається, гэта адзін з самых творчых составаў удзельнікаў конкурсу «Юная тэлезорка», які праходзіў у савецкім раёне абласнога цэнтра. Дзеці здзівілі і харэаграфіяй, і вакалам, і акцёрскім майстэрствам, і прамоўніцкімі здольнасцямі. Александр Гамоля, Гін Макеенка, тэлерадыёкампанія «Гомель».